Снимай, да, снимай. Здравствуйте, меня зовут Гриша. Я хотел бы, я физик. Я хотел бы представить вам свой эксперимент. Ручка, световой меч. Вот ручка. А если сделать 5 щелчков подряд, то это будет световой меч. Вот, пожалуйста, вот смотрите. Вот, как видите, он горит очень ярко. На самом деле это очень опасная вещь. О, неопытному человеку лучше с ним не обращаться. А то может получиться... Ось тёмная может получиться. На нем есть небольшой регулятор мощности. Если его прибавить... то получится лучше длиннее, убавить меньше. Ну вот, прибавим чуть больше. Ой, извините, маленько перестарался. Ну, вот как-то... как-то так. Спасибо за внимание.